Ну что, народ, приветствую! Это Вартач, и сегодня мы записываем наш четвертый день жизни в мире игры Zenith The Last City. Сегодня я планирую идти по сюжетке. Опа, а мы еще не можем, да, вот эти штаны одеть? Это штаны? А, уже можем, смотри. Планирую идти по сюжетке. Не могу говорить. И половить этих. Чё я одел? Чё-то хорошее одел. А вот это можем? Нет, не можем. А куда одевать хлам? Например, вот это. А, уничтожить? В пыль, да. Я хочу в пыль. В пыль. Вот это мы все уничтожаем. Я так понимаю, разобрать это, наверное, нельзя. Поэтому мы это просто уничтожим. Вот это... А где пыль это, собственно? Она появляется где-нибудь? Пыль. Пыль для улучшения. Базовая пыль улучшения. Еще как это пыль. Короче, сегодня идем по сюжету. Попутно половим зверюшек. Ну и надо с этой гребаной морковкой еще разобраться, вот честное слово. Что еще можно выкинуть? Ну вот этот вот забери говно. И да. А, не может быть утилизирован. Эй! Голова, оденься. Все. Тогда вот так пока оставим. Тем более у нас три страницы лута. Я все еще пытаюсь понять, как вот эта херня работает. Вот почему их так много? Никто не знает, да? Уровень 1, уровень 13, уровень 6, уровень 1. Ух ты! А как вот это? Вот это типа плохой. А он будет потерян. Отклонить. Нельзя это терять. А удалить бесполезные руны? Ну, давай. Блядь! Куда? Это же уровень 1, они беспонтовые. Ёлки-палки, что я наделал? Ладно, налутаем еще, я думаю. Ой, дурак. Вот вы, кстати, если вот такой бред хотите видеть, ой, обязательно подписывайтесь на канал, блин, что вот такой тупизм можно только вот увидеть, когда я это делаю. Так, ладно, карта. Карта мира. Нам вот куда-то сюда надо, да, по идее? Где вот квесты? Это что? Сюда надо? Какой сюжетный квест? А почему сюда? А почему не здесь? Здесь нет сюжетных квестов. Давайте вот это выполним. Там же был луч света в темном царстве. А потом попробуем тогда дальше пойти. Я так понял, нам реально уже здесь ловить нечего, только если... Что? Вот это вот разве не сюжетный квест? Давай. Оп. Оп. И полетели. И полетели. Вот какой-то это... Да господи. Я хожу в зону высокого уровня. Да блядь! Куда я упал? Я куда надо, блядь, упал? Господи, я вот это приземление здесь, конечно, это что-то с чем-то. Здравствуйте. А, во, разведчик нашелся. Что у тебя за квест? Intel Recovery. Что это? Что за квест? Настоящий агент. Да, это я крутой. Что тебе надо сделать? Скажи мне. Ну, давай попробуем. Вот туда, да? Что-то надо вот там забрать. А здесь кто ходил только что? Ага, блядь. Ф
А куда они ходили? Угу. Они куда-то бегут. Я не знаю, куда они бегут. Так, это какая-то глюка, походу. А, это волна какая-то, я понял. Нам, ну, нам сюда не надо. Нам по уму... Я опыт получил за что-то. Да не, они нормально убиваются. Нормально, нормально. Давай, пока. И потихонечку... Давай вот это сюда. Потихонечку сейчас мы вот это задание сделаем. Здесь же, да, где-то? Вот там, наверху. Да, ты проходи. А вот ты иди сюда. Тихо. Все, давай, пока. Пока, я сказал. Если я сказал пока... Ой, бля... Этот дебилоид с топором. А можно его не убивать? Я не хочу. Вот честно, там времени уходит километр. А толку? Вот сюда, да? Нам что-то тут спереть на... О, здравствуйте. А у меня для вас что-то есть, смотри. Ты прям на меня смотришь. Я тебе понравился, да? Тихо. Пока. Нормально. Мне нравится. Там сундук, кстати. Шо? На тебе в голову. Этот броневой, падла. Пока. А мы пока вот это вот соберем. Вот это все мне. Спасибо, это все мое. Теперь быстро забираем. Забрали. Куда теперь? Доставить данные аналитику. А где этот, блядь, аналитик? Так, давай залезем и выпрыгнем нахер. А, или может вот так можно прям залезть? Да? Давай вот так залезем. Аналитик. Ну, явно не здесь, да, этот аналитик? Так, подожди, карта. Скорее всего, где-то вот здесь. Этот аналитик, я так подозреваю... Как вот нам вот туда забраться еще? А, или вот туда нам и надо? Э? Бежим. Просто бежим, валим нафиг отсюда. Не хочу ни с кем драться сегодня. Вообще вот прям не этот. Нет никакого желания. Нам надо вот туда наверх. Вот там, по-моему, эта гребаная морковка осталась или кто? Как бы нам... Так, лезем. Да, блядь, ну, что такое? Я что, не могу залезть, что ли, совсем? Вот. Вот, залез. Отлично. Чтобы в обход не бегать. О, это же эти придурки, я же с вами тут дрался. Так, на тебе в качан. На тебе в качан, на тебе в качан, на тебе в качан. Давай, бывай, братан. Что это? Какой-то экзобит. Я до сих пор не понимаю, для чего эти... Давай птичку поймаем. Стой. Поймал. Не поймал. Господи, вы еще спамнится, да? Сейчас будете как эти... Эй, птичка! Я хочу вот эту птичку. Куда она убегает? Птичка, не убегай! Да ёб твою дивизию. Да зачем лагать вот так, а? Что за бесшовное пространство такое? На. Поймал? Поймал. Поймал? Блять, поймал, нет? Где вот тут агент, настройки, жизненные навыки? Вот тут-то, да? Существо ловит. Я что-нибудь поймал? Нет.
А почему? А почему ничего не поймал? Ясно. Но я пытался, честно, пытался. Здравствуй, братан. До свидания, братан. Не надо меня бить. Тихо. Что за беспредел? Вот они так быстро генерятся вообще. Господи, что за лаги. Пока. Ой, бля. Так, нам наверх. Нам наверх. Нам вот эти вот ребята не нужны. Нам надо по лесенке. Наверх. Наверх залезаем. А потом, короче, сейчас мы вот эти квесты сделаем и... Да вставай ты, ёпта. И валим. Тихо. Чё разошёлся? Пам. Пока. Еще какая-то штука. А их можно, я не знаю, разбирать там. Вот что-то типа того. Или там в магазине продать. Есть вообще какой-то магазин, кстати? Что? У. В бошку все выстрелили. Вот живучий, а. Ай, горю. Ай, блядь, сильно горю. Вот тварина, а, взял поджог. Мы правильно вообще? Ну-ка, сейчас надо залезть и... А, да, вон, вон она, наверху. Там морковка или чё там, блядь. Дебилы, какой баран морковку выращивает, блядь, в горах? Вообще, блядь, у них на там ветер харю. Эй, что такое? Что за лаги? Давай, пока, братан. Вообще, на самом деле, вот это вот, я так понимаю, один из первых опытов создания MMORPG VR. И я думаю, те разработчики, которые придут позже, да, с более качественными продуктами, они прям джекпот сорвут. Вот по-любому. Это прям вообще без вариантов. Где-то вот здесь таракан бегал в прошлый раз. Где он, блядь? Я его сейчас готов поймать, у меня есть вот эта штука, чтобы ловить. А его нету. Ха-ха-ха, блядь. Подстава. Ладно. А, подожди, так это не морковку? Это что за летающее дерево? Это этому надо доложить было? Так я просто спортарился бы, ты мне что тут нагоняешь, дичь? Что надо? Что надо сделать? Зашифровано. Взломать. А и где? Ну, вот это что, я не понимаю. Ну, давай, допустим. Куда надо пойти, чтобы достать тебе что-то там? Куда пойти? Ну. Мы все еще не можем добраться до какой-то базы, майнфрейма какого-то. Что за херня? Ты мне лучше скажи этот майнфрейм, где нам морковку, блядь, высаживать? Здесь нет. По-любому. А что, туда теперь не надо? А что, никуда теперь не надо? Ой, блин, короче. Давай тогда сделаем так. Мы полетим к нам. Да. Давай только пониже и долети, пожалуйста. Жжик. Все, 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 остановись. Я тогда не буду здесь больше ничего делать. Пойдем попробуем зайти в корабль. Короче, вы уроды. Вы меня... Да пошла ты. Я тут всякого говна набрал. Вот реально. Пойдем вот в портал на корабль зайдем. Если что, спорталимся просто к сюжетному квесту. Отличный план, я считаю. Вот это что за портал? Да хватит лагать.
Я хочу. Куда он меня сейчас заберет? Ага. Он меня забрал как раз-таки вот к этому городу, в который мы тогда в прошлый раз попали. Так, карту мне. Карту. Я должен понимать, где я нахожусь. Вот я. Где я, блядь? Вот я. Вот задание. You've entered the fractured plains. Before the fracture, they were just plain, which sounds Че? A bit insulting, no? I just... This was once a bustling crossroad marketplace for Zinnia and Chalmers. And with yours and Zia's help, it will be again задание. Куда он делся? Улетел нахер, ну и туда тебе дорога. Я пока не понимаю, куда я попал. Вот, нет, это не то. Где сюжетное задание? Сюжетное. Мне нужно сюжетное задание. И что ли? Ты? Ты сюжетное задание? Эй, ты. О, Раскин! Мать твою за ногу! Живой! Чё? Давай, переводи. Голианский плащ какой-то. Что надо сделать? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Так. Это побочный квест. Что? Куда идти? Что ты от меня хочешь? А, вот сюда ты хочешь, чтобы я встал. Все, все, все. Вот я встал. Ох, на кого-то напали. Это ужасно. И чё? Я тут, туда. Так, ты мне дал координаты. Все, я понял. А это чё? А, это злодеи? Ты злодей? Пим. Да, ты прям вот злой злодей. Сломанный какой-то рог Сильфиды. Давай, я возьму. Бежим. Бежим. Галактика без нас в опасности. Чё? Подожди. В жопу сестре не. Таймит. А, да я знаю этот публик ивент. Я уже его проходил. Ну, давай попробуем. Вот я зашел. Так. Так, все, вы все умрете. Здесь что надо сделать? Враги. 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 Эй, падла. Пяу, пяу, пяу. Ну, они слабенькие такие. Почти все выполнили. Где еще? Враги. Иди сюда, враги. Есть. Чё? Ты дурак, что ли? Это типа босс? Да, это типа босс. Хватит меня бить. Событие завершено. Что мне за это? За это что-то дали. Что-то дали. Давай, давай, новые координаты. Хорошо, поговорить с тобой там. Где, куда ты меня хочешь послать? Туда. Ладно. Это за домиком или в домике? Вряд ли в, да? Здрасте. А хотя, смотри, тут можно на крышеньку залезть или типа того. Давай залезем. И чё? И все. Блять. Я думал, тут сквозной проход, там в окно выпрыгнуть, как я не знаю, какой там мастер джедай. А тут. Ага. Говна. Пока. Так, нам туда. Пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу.
пока, братишка. Так, теперь туда. А чё так далеко-то? Ты не мог поближе где-нибудь оказаться, братишка? А то здесь вон только всякие чучмики какие-то ходят. Эй, уроды! Пиу, не попал. О, у этого сейчас попаду. Чё ты тут стоишь? Чё-то охраняешь, да? Что за тра-та-та только что было? Как будто зверюшка, да, где-то была? Они же тра-та-такают, когда вот рядом. Так, куда? Да ёлки, чё так далеко-то? Какая-то... Смотри, какая-то статуйка. Статуйка? Ты кто? Помолимся, дети мои, статуйки. Пиу. На. Ага. Это просто какая-то статуйка, она бесполезна. Ну, либо пока бесполезна. Пиу-пиу-пиу. Я уже три прыжка могу делать. Пиу-пиу. Пиу. Это руда? Не, не похоже. Так, вон он этот. Чупакабрас. Ты знаешь, я, короче, без тебя там на острове, там, ой, всякой фигни делал. Я такой полезный весь, вообще, вау-вау. Это что? И чё? И чё ты хочешь? Завершить, да. Давай мне там какой-то уровень руны повышим. Прикольно. Так, коррупт, крустал, крузет. Голианские штаны мне за это дадут. И опыт. Это куда? А, непонятно. Ладно, где шмотка? Уровень 6? У меня уровень 11. Ой, зато атаку увеличивает, да? Ну давай. Чё мне, куда? Туда? Вроде бы ж не... Не, нихера, вот туда. А там, знаешь, пока закрыто. Ладно. Ой, знаешь что? На тебе камнем. Не сработало. На, тогда гори в огне. На. Ты что, мана кончилась, что ли? Стой, куда ты? Живучий падал. Короче, магия мне тут вообще непонятна, вообще, честное слово. Давай, отдохни. Ага, спокойной ночи. Короче, этот самовыпилился, чувак. Прям вот, я не знаю. А мы пока идем задание делать дальше. Ну, такое, что-то вот, вот говорю, это какой-то один из первых проектов, поэтому, ну, немножко тухловато, честно говоря. Но в целом... Нет, тут базару нет, всякого много. Ну, вот оно какое-то такое интуитивно непонятное. Вот что ты вот мне говоришь? Какое-то говно предлагает сделать. А, здорово. Так, уничтожить Purple Corrupt кристаллы и что-то собрать. Ладно. А где они? А ты что сюда идешь? Ну-ка не иди сюда. А-а-а. Говна. А ты что встала? Стоишь тут, смотришь. Так, Purple Corrupt Crystal. А-а-а. Это вот типа... Типа вот этого? Вот это Purple Corrupt Crystal. Да. И берем его. Так, и вот таких нам надо 5 штук, да? Да бери. Так. Берем. Так, где это? Да, вот. Давай сундук, открывайся. Открывайся. Да. Что это? Какие-то рога, блядь. Ты чё, дурак? Так, это взяли. Еще где-то должно быть два. А, ну они, в принципе, спавнятся. Как в любой ММО, да?
Вся эта фигня спавнится. Все, забираем. И возвращаемся. Бежим. Оп. 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 Давай прямо сейчас на гору залезем. И так. Я птица высокого полета, ребятки. Это вам не хухры-мухры. Здравствуй, друг. Я тебе принес кристаллы, честное слово. Да, принес. Смотри. Коррупционные кристаллы. О, опта дали. Уже почти 13 уровень, кстати. Так, что ты еще хочешь, чтобы я сделал? Активировать дверь. Ну, давай. Ты мне, кстати, какую-то шмотку дал, да? Смотри, авангард увеличивает защиту. И чё я как выгляжу? Ну, как бешара, конечно, на самом деле. Так, что я тут должен сделать? А. Я должен вот так. Ать. И потом вот так. Это очень сложно, ребята. Это прям вот опасно. Это же коррумпированный кристалл. Сразу захочется взятку взять. Оп. И последний. А? Дверь открыта, братец. Okay, kid. Although, I guess after the way you performed today, I can't really call you that anymore. I know it's probably not the graduation ceremony you expected, but Zenith needs heroes now more than ever. Go get them, agent. Я агент. Куда он меня хочет, чтобы я отправился? Туда? Или куда? 4. А, в шахте убить 4 каких-то придурка. Я понял, я пошел. Я великий маг и волшебник. Здорово, ублюдок. Ни хрена ты броневой. Был. Ага, одного убил. Пока. Второй. Второй скончался. Спасибо. Так. А вон третий и четвертый. Знаешь что? На. А что, ему похеру? Ну давай вот так. Что-то вообще не горит. Тихо. На. Нормально. Я так понял, в них надо попадать. Да что такое? Убери это говно. Чё? Килл босса Израиля какого-то. Где там этот Израиль? Сейчас разберемся. Так, ты, утырок, умри. Вот это босс. Стопудово. Нет? А может нет? Или да? Да! Ага. Теперь, короче, говорит, поговорить надо с каким-то за этим вот этим. Дата рекординг какой-то, вот вся фигня. Да пошел в жопу. Короче, надо идти дальше. О, здорово. Да, я старался. Я такой прям... Чё? Чё делать-то дальше? Exit the mind. Подожди, я еще не закончил. Там еще что-то интересное есть. Пойдем посмотрим. Ох, блядь! Тихо, чё разошелся? Ой, блядь. Отдохни там, катабаза. Так, ладно, пойдем. Вау. Давай, давай, нападай. На тебе вот еще. На тебе еще. И тебе еще. Умрите все. Вы недостойны. Ты кто?
Я не знаю, кто это, но он просто умер. Просто взял и такой: помогите, я скончался. Слушай, а тут я вообще зачем сюда пришел? Тихо. Может, мне уже не надо сюда? Он же сказал это, типа, выйти из шахты. Пока. Сундучок. Там есть сундучок. А, ну подожди, тут сейчас хоть лутанемся. Я так понял, она небольшая, эта шахта. Смотри, вон базовая пыль улучшения. Танцующая искра какая-то. Пойдет. Сейчас шмананемся быстренько. И... Ты что делаешь? Совсем с ума сошел? Ай! Сзади! Кто? Пошел нахер! Пока. Так, здесь что? Два утырка. На. Ой, блядь. Тихо, тихо, чё раз выступался. На. Да, блядь! Я же мячик хотел. На, мячик. Мама, бля. Хорошая штука. Надо научиться просто колдовать. Что ты, зачем это взял? Давай, иди на меня. Пока. Что ты берешь этот мультитул? Угу. На. Бум, и все, и готовченько. Господи. Смотри, это лаба какая-то. Я что-то куда-то зря, я, наверное, пошел сюда, да? О, ёб твою мать. На. Это босс. Умри! Да умри, падла! Все, сдох. Я его убил. Блять, сзади кто-то. Что ты там уже наспавнился? Умри, падла! Все, пока. Дедли агент. Я что-то там сделал, я капец, дедли. Так, что тут есть? Ништяки есть. Так, блять, куда? Зачем я? Здрасте. Знаешь что? Пойдем-ка нахер отсюда. Нам пока сюда особо и не надо. Нам сказали exit the mine while Lyra, чтобы что-то там проанализировать. А где карта? Карта мира. Это куда? Это вот куда-то сюда. А нам, чтобы сюда попасть... Надо, наверное, вот через отсюда. Все, пока, ребята. Мы потом придем к этим летающим, там, ползающим. Кто это вообще? Не пойми кто. Наги какие-то, да? О, мужики что-то тусуются. Прикольный горы. Подожди, а как отсюда нахер уйти? Где выход? Я не хочу твой квест. Мне надо выйти отсюда. Так, подожди. Это выход туда. А чё я в самом центре-то появился? Это что такое? Ты кто? Кто ты? Блять, что такое? Это что-то... А-а-а!
Это какие-то конструкции, блядь. Я правильно иду? Я вроде правильно иду, но не совсем. Смотри, это магазины всякие. Это что? Это крафт. Всяким колдунам. А это что? Выберите предмет, показанный слева. Допустим. Допустим, вот. О, продать можно? А, нет, это улучшить. Я понял. Нам это не надо. Мы еще слишком таки... Во всяком говне слишком бегаем, чтобы нам улучшать все это дело. О, корабль, кстати, здесь есть. Ладно, пойдем к этой мартышке сходим. Вы входите в зону низкого уровня. Ну, что поделать? Вот такой вот я. А нам же не сюда, да? Здесь же в городе ничего не надо было делать. Нам куда-то туда. Только я почему-то не вижу луча света в этом темном царстве. Ну, бежим, чё. Пиу. Капец, оно подлагивает вообще жестко. А что так долго? Еще это долго, капец, да, перезаряжается? О, а эти можно тырить, кстати, по-моему, кустики. Где я, блядь? Я правильно иду? Вот этого не было. Поэтому нам туда и надо. Вот, сука. Пока. Так, это мы возьмем. Я все надеюсь, что это все-таки продавать можно. О, это бабочки, их можно ловить, кстати. Бабочки. Нет, нельзя. Они не делают урум-рум-рум. Так, куда я иду? Я правильно иду, вот туда нам надо. Это какие-то ушлепки. Бандиты. Вау. Так, побежали, побежали. Наши пальчики устали. Мы не... О, почти дошли, кстати. Ни хрена ты, блядь, маневр уклонения мне тут делаешь. Ну-ка, умер быстро. Мне мячик надо. Ну, короче, я не знаю. Что-то как-то так мертвенько. Прикольно на самом деле. 12 уровень. Где там это? Вот мы входим в 10 уровень. Вот она стоит, эта сюжетница. Здравствуй, дорогая. О, я ж тебя помню. Смотри, я закончил. Чё? Я ж закончил. Лира. Какая Лира, блядь? Exit the mine, чтобы Лира закончила ее анализ. Какая Лира, блядь? Какой анализ, блядь? Что опять происходит? Как? Куда? Какая Лира? Какая, блядь, Лира? Я не понимаю. Я не понимаю. Может, надо вернуться обратно сюда? К этой шахте? Меня пока логика, честно говоря, покинула. Какая, блядь, Лира? Так, ну-ка. А, квесты. Тут, блядь, столько говна всякого, капец. Основная сюжетка. Что это? Ой, это все херня. Получение силы. Ну... Надо вернуться, по-моему. Бля, да это издевательство. Все, серьезно, пешком туда теперь херомантить.
Ну давай. А, вон оно светится, реально, слушай. А чё оно сразу не светилось? Пока. Отдай мне вот эти рога или что это? Да убери ты нахер. Побежали. Я так понял, тут капец, надо бегать туда-сюда. Пока. И сейчас он наде... А она меня потом сейчас обратно, да, отправит? Она меня потом скажет, иди обратно в эту шахту. И вот этих ползунков вали. Кто там хрюкает, блядь? В жопу себе похрюкай. А, смотри, когда бой начинается, если... То бег уже стоит этих. Да сука ты. Ну на. Все, блядь. Закончилась твоя лафа. Пам. Скончался. Тоже скончался. Ты там что, бежишь, нет? Кто там за мной, блядь, бежал? Бегунок херов. Так, сломанный рог. Иди сюда. Чё собираю, непонятно. Зачем, тоже пока не особо врубаюсь. Вот это что за камень? Это же какой-то полезный, наверное, камень, да? Нет? А чё он так стоит тут? Интересным образом. Ладно. Пуньк. Господи, как долго бегается, это капец. Это капец. Так, ты что тут забыл? Вы куда? А, вы туда. Не буду вам мешать. Так, вот я вышел обратно. Да-да, спасибо. Какая-то Галия. Блять, а теперь к ней бежать. Что это такое? Что это за скворечник? Ну да, теперь к ней бежать. Чё ты тут встал, падла? Все, давай, умирай. Ух ты, сука. На мячик. А чё, кулаком нельзя? Нельзя. Ну тогда сгори в аду нахер. Ладно, побежали назад. Побежали назад. Я пока не особо вижу применение магии. Ну, она, конечно, мощная относительно. Я имею в виду применение магии относительно просто бластеров. Ну, они и так втаскивают хорошо. Ну, серьезно. Что у нас тут? Ага. Так, прыжочек. Три прыжочка. Вот это вот японские вот эти вот многосерийные прыжки. Это, конечно, ахтунг полнейший. Никогда не понимал. Ну, я вообще в целом не особо любитель всяких вот этих аниме. Кто? Кто сказал кря-кря-кря? Тут кто-то ползал? Нет. А, вон, смотри, бабочка. Бабочка. Сука. Убегает. Сука, ну где ты нахуй? Задолбал. Так, бабочка, на. Поймал. Поймал. Что с этим сделать, правда, непонятно. Где вот эта бабочка? О, бабочка! А что с ней делать? Не знаю. Ладно. Пойдемте. Так. Посторонись, ублюдок. Живучий. Пока. Даже подбирать уже не буду. Так. А вот это подберу, пожалуй. Оно же неспроста падает все. Оно, наверное, нужно. Так, вот мы подходим к этой вот чувихе.
Здорово, чувиха. Награждай меня там башмаками или чем. Да, да, я тут. Да, я такой, да. Быстрое перемещение разблокировано. Вот эта территория уже прикольно. Так, агент ранга. Охлаждающая петля. Это охлаждающая петля. Замороженное кольцо. Нанесение повреждений, замедление врагов. Неплохо. Так, я сейчас посмотрю этого вашего агента ранга. У нас 13 уровень, кстати, сразу. Где? Вот, агент ранга. Что вы мне можете предложить? Требую. Требую. Что-то там я натребовал. И еще что-то я натребовал. Что я натребовал? Что это? Что это? Ну? Отдай. Не берет. Может, рано пока? Не хочет брать. Может, у меня этих и так много? Это же ловительные, да? Какие-то штуки. Ну ладно. Да, я тут. Что ты там хочешь? Сбор трофеи изгнанных? Не хочу. А, ну давай, ладно, если что-то там выпадет. Так, ага. Так, gear up. Что надо сделать? Wearing training armor. Что-то там, какие-то материалы и тренировка. Давай. Что надо сделать? Допустим. И что надо? Танцующая искра, сломанная маска. А это где брать? Не понимаю. Я не могу сделать. У меня ингредиентов нет. Не понимаю. Так, ну-ка, подожди. Может, вот с этих нафармить можно? Эй, ты, черт! Ура, уклоняется еще. Что это? Обычная лапша. Обычная лапша, прекрасно. Подожди, может, я что-то не понимаю? Вот смотри, у нас есть мешок. А где у меня вообще лежат вот эти вот... Так. Вот сапоги. В пыль для улучшения, но это не то, да? Угу. А где мне взять вот что-нибудь, чтобы что-то здесь сделать? Прикольно, кстати, там, смотри. Всякое добавляется. Ага. Ладно, пока не понимаю. Ладно, иди сюда. Пойдем тут посмотрим, что можешь сделать. Ничего не выпало. Тут же был какой-то квест, типа трофеи собрать, маски изгнанных. Ты изгнанный? Да. Вот какие маски нужны. Допустим. О, гигантский катализатор какой-то. Так. Так. Еще какие-то штуки. О, бабочка. Бабочка я не хочу. Так, давай вот это уберем.
Так, готов. Готов. Вот ты падла. О-о-о, говна. Так, а чё это? Они еще и не с каждого падают? Это чё, прям реально начинается лютейший фарм? Да, походу. Так, масочка. Ага, еще масочка. Еще. А, нет, в этот раз не выпало. Так. Вот, маска. Может, я за то, что сделаю, она меня наградит вот этими штуками, которые там еще какие-то нужные. Потому что я не знаю вообще реально, где их брать. Так. Ну, пойдем сюда сходим. Здравствуйте. Так. Вот это возьму. Вот зачем они дают так много вот этих рун? А эти руны потом, кстати, потом просто берешь и уничтожаешь. Что за бред? Что тут? Ничего нет? Ничего нет. Так, это что? Маска. Маска. Отлично. Маска. Еще, по-моему, маска. Сколько их уже насобирал? Сколько надо? Нет, еще только 8 штук, еще 2. А нам их вообще до жопы надо, да? Стопудово. Так, убери нахер. Так, ни один ничего не дал, прекрасно. Вот. Убери, пожалуйста. Охлаждающая петля. Прекрасно. Так, что они там наспавнились еще? Да, вон они. Давайте, ребята, мне надо еще 2 штуки, и потом еще надо найти какую-то шнягу. Отдохни. Ага. Ну-ка, ты не охеревай тут на радостях. Ага, а чё, с них вообще теперь ничего не выпадает? Ага, вот выпало. Маска и ледяной шар. Так. Да господи, 9 только. Где еще одну дайте? Чувак, у тебя стопудово должна быть. Так. Ну это, конечно, вообще лютый грид. Ага. Маска. 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 Все, побежали. Сдадим маску. Ой, смотри, тут веревочка есть. Чтоб туда попасть. Так, чувиха, маска есть? Больше ни хера нету. Да, я вижу. Да, я такой. И что мне это дало? Подожди, а ты их у меня забираешь, что ли? Ну ты гнида. Зачем ты забираешь мои эти масочки? Или нет? О, смотри, что-то можно сделать. Это что, нагрудник? Бля, она реально взяла все маски мои и забрала. Пошла ты нахер. Так, подожди. Где-то было какое-то говно. Я только что мог сделать какое-то говно. А! Ну ладно.
На. Это оно? На. Все? Галенский плащ. Ага. Так они одинаковые, блядь. Блядь. Ничего не понял. Короче. Да иди в жопу. Да, я все сделал. О, сразу 14 уровень-то, а? Так, что там? Scout and Destroy. Что надо сделать? Нам надо... зайти и что-то там спасти. There, куда? Окей, это, скорее всего, будет последняя наша миссия. Чуваки, здорово! Бабамс! Бабамс! Бабам! Да, блядь, бабамс! Эх, тебя разнесло-то. Пока. Пока. Так, идем вот туда наверх. Вот этого заодно приголубим. На. Ой, умер. Паночка умерла, блядь. Так, тут море какое-то. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, залезай. Есть, смог. Вот сука. Прыжок не сработал. Пока. Так. Ой, бля, только не говори, что сейчас опять летать надо будет. Я в гробу видал эти ваши полеты. Но. Типа я огляделся. Где? Скриншот. Вот такой скриншот. Вот так. Что она хочет, чтобы я сделал? А, вот это. Мы вообще в другую сторону, да, смотрели? Понял. Найти лидера и что-то... Ах ты, сука. Ой, упал. А, еще упал. Капец, деревня каких-то гопников. Поэтому пока. О, маска. Блять, это сколько ж гриндить надо вот этого хлама, чтобы... Что-то там, а что-то там. Так, что здесь? Что я тут должен сделать? Вот этого может убить? Вот сука. Пока. Так, и что здесь? Какое задание? Kill the local leader. Optime transporter. Так, блядь. Ты лидер? Сопротивление, блядь. Пойдем. Иди сюда, лидер, блядь. Пойдем. Я чувствую, ты прям очень лидерный лидер. Убежал куда-то. Знаешь, не он. Так. Зона высокого... комфорта, блядь. Он мне сюда... О, слеза какая-то. Я взял? Я взял. Это какая-то полезная штучка. Я читал, только непонятно для чего, но... Так, давай-ка выйдем отсюда, нам не сюда. Нам что-то здесь вот надо сделать. Я только не совсем понимаю, что именно. Где этот грёбаный, блядь, лидер? Ты лидер? Он бежит, блядь. Вожак стаи, блядь. Да, это он. О, нихера ты дурак. Еее. Это что? Travel transponder?
Да, я что-то взял. Офигеть. Хорошо. Что она сказала, я должен сделать? А, туда. Они, короче, хитрые. У них какой-то там портал с собой переносной. Поэтому они там что-то быстро передвигаются и вытворяют всякую дичь. А нам такое не надо. Так, прыжок веры. Джик. Привет. Ага. You'll need to reset it using the right access codes. Typically exiled grunts don't have the codes. Tenants have them. You're gonna have to track them down. There have been sightings of a few people. Что случилось? Сундучок! Это ты меня специально вот сюда уронил? Или это я сам додумался? Давай, открывай. Что это? Такая пыль и вот танцующий. Я теперь понял, что это за танцующая искра. Так, что тебе надо, чтобы я сделал? Scout from the rock. Понял. Вот этот рок. Ой, он испарился. Ну, отдай. Спасибо. Так, я иду на гору, чтобы осмотреть окрестности. Чтобы я был такой окрестный весь. Так. О, сейчас мы, наверное, поедем на вот этой штуке. Да? I just got word there may be some high-ranking exiled hiding out in the floating plateaus. You should find a way up and check it out. You may be able to glide high enough if you use some updrafts. Как? Ага, я понял, как. Лечу, лечу, лечу. И опаньки, опаньки, да, просто мастер. Сразу же видно, специалист высшего класса по летанию. Есть что-нибудь? Только вот падать не хочется. Я лучше скриншотик сделал, красиво. Реально красиво. Ой, блядь, нам на самый верх, ну конечно. Конечно. Давай, вези меня, мразь. Спасибо. Так, здесь как? Лезть на эту? На стену? Ну давай. Оп. Оп. Ни хрена себе. А что, так можно было? Я прям залез. Так. Идем. О, ублюдки появились. А я думаю, куда все делись? А они вон, они все. Взяли и сдохли. Бедненькие. Что есть? Есть что-нибудь вкусное? Нету. Радар. О, отдай. Маска сломанного там кого-то. Так. Кто там еще? А, это он и был, да? Удар молнии опять. Вот я не знаю, зачем столько рун падает, если они якобы нафиг не нужны. Так. Ага, блядь. Ай, блядь, люстра! Залез. О, блядь, здравствуйте. Что-то умер немножко, чувак. Дай масочку. Вот зачем тебе масочка? Она тебе вообще нафиг не нужна. О! Пока. Что тут есть вкусненького? Есть что-нибудь вкусненького? Вот эти вот слезоньки, там вот это вот все нету, да? Жаль, жаль. А так хотелось. Ладно, побежали. Ну, 15-й мы по... Опа! Это, короче, вожак. Вожак. Ой, боюсь, боюсь.
Ой, тебе плохо? Ты умираешь? Я тебе больше скажу, ты умер. Маркус, сайдинг с экзилами? Impossible. He's not in his right mind. Did you see any signs of... Да, это был предатель, короче. Мошенник, аферист. Да похер вообще, братан. Я пойду посмотрю, что там наверху есть. Может, там что вкусненького. Ой, блядь. Нет. Так, что ты хочешь, чтобы я сделал? Теперь. Ой, бля. Туда лететь надо. Ну попробуем, давай. А, ну на ветру-то нормально. Он, смотри, вот видишь, энергию сохраняет. Восполняет. Поэтому мы вот так. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. И взлетаем. И прилетаем. И потом убиваем вот этого ублюдка. И убиваем вот этого ублюдка. А, он скончался. Нечаянно. Так, что это? Маска. Да, блядь, убери, пожалуйста. Так, маска нам нужна. Потом надо нажать вот эту кнопку. Вот эту маску тоже забираем. И перестаньте лагать, в конце концов. Что тут надо сделать? А! Берем вот эту херь. Ставим. И что? И все? You got eaten. I just got a message from Commander Raskin? It was mostly static, but... Опа! Че, наш чувак предатель, что ли? We should report back to Mika, so we can discuss it in person with her. Вот же сука. Он предатель. Все, пойдем вернемся к Микис. Дадим этот. У-ху! Летим, 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 летим. Зависаем, зависаем, зависаем. Тормозим, тормозим, тормозим. И приземляемся. Отлично. Здорово, мужик. А у меня для тебя что-то есть. Да, это все твое. Пока. Так, дорогуша, я пришел с неприятными известиями. Нас предали. Да вообще насрать. Да не расстраивайся ты так. Короче, нас предали. По-моему, если я правильно перевожу. Да, я закончил. Я красавчик. Даже почти 15 уровень. Unlocked Outlaw Grove. Подземелье. Первого уровня. Roger. Здесь что? Принять. И... В данжон? В данжон. Не, в данжон мы пойдем. Вот, подземелье. Это вот Outlaw Grove. Здесь в одиночку надо пройти, скорее всего. Метка древних какая-то. 6500 и 3000 опыта. А, это, скорее всего, на одного, я подозреваю. Ну, потому что одно дело рейды, да, другое дело подземелье первого уровня, чтобы пройти со звездочкой. Это мы сделаем в следующей серии, потому что в этой серии, я думаю, мы вот нормально туда прям покипишили. Подкачали еще... Да закрой рот, не до тебя. Подкачали 3, да, или 4 уровня даже, и уже почти 15-й, получается, 5-й почти. Научились чему-то там крафтить, что-то там. Забрели в новую локацию.
Okay. Да готов я, готов. Uh-huh. Что? Yeah. Не, это я тебе не дам. Ну и, собственно, стали еще немножко сильнее, могущественнее и круче. Я думаю, в следующей серии мы пойдем вот в это подземелье и посмотрим, что там происходит. А пока, ребята, не забудьте подписаться, поставить обязательно лайкос и рассказать свое мнение о том, что вы сегодня увидели, и об этой игре в целом. Все, это был Вартач. Пока, ребят. We'll be right back.